ресторанном бизнесе. Ну, короче, не страшно, ладно. Да. Я тут думал, мало ли, там, помощник депутата и заместитель майора по культурным вопросам. У меня все-таки вопрос, а почему ты считаешь, что в диджей мне не нужно такое понятие, как музыкальное образование? Ну, есть весь, чувство ритма, понимаете, как говорит диджей Грув, научиться сводить можно любого человека, а чисто механически. Даже там медведя можно научиться кататься на велосипеде. Чисто механически научиться вот этому делу можно каждого человека. Неужели там в ритм попадать хотя бы через полгода начнет? Любой мужчина должен уметь попадать в ритм, я так думаю. Между прочим, на короткий номер 48-40... Давай я скажу. Мастер спорта, множитель спорта международного класса по легкой атлетике, олимпийский чемпион по гладкому бегу Барзаковский, тоже диджей. Отлично. Да, Юрий Барзаковский. Ну, привет, спортсменов. Он выносливый, он может играть, ну, там, не знаю, на чьи 5 подряд. Это, у парня-то скорость феноменальная, 5 километров, коронная дистанция. Вот, друзья, ну, видите, как говорится, Валуев, Барзаковский, Бородина, Клубничка, по-моему, тоже, да, диджей?